Сегодняшнее мероприятие – дань памяти и уважения тем, кто без лишних раздумий, не заботясь о личных благах, а думая исключительно о родине и защите ее интересов, отважно и смело сражался в годы Великой Отечественной войны. Сегодня это логическое завершение увековечения боевого пути этого легендарного отряда. В целом, в годы Великой Отечественной войны этот отряд прошел тысячи километров в тылу врага и нес существенный вклад в победу. Это были именитые советские спортсмены, мастера спорта. И вот когда генерал Судоплатов утверждал список, боевой состав отряда, он высказал такую интересную фразу: какие славные эти ребята спортсмены, и тем самым дал название этому отряду — славный. Да, действительно, отряд воевал, потерял более 80 бойцов, и уже когда здесь был на последней своей базе перед воссоединением, здесь было уже 315 бойцов. В настоящий момент расследует дело по геноциду белорусского народа. Установлены факты сожжения 54 населенных пунктов на территории Июльского района. И данный памятный знак – это дань уважения тем людям, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. И правильно сказали, неважно какой камень, главная память, которую мы вкладываем в этот мир.